А в чем прикол? А, я сам на себя наехал. А, сам на себя. Смотри, что у меня с ногами. 102 уже. О, да вы всю мою машину облепили. Может, хватит? Мужики, стигманята, уходите. Бах, еще взрыв. Вот это да, вот это да. И под эту эпичную музыку, ребятки, мы продолжаем проходить с вами Stickman Annihilation 4. Ну что ж, давайте. Так, выберем трассу. На какой мы там газонокосильчик? А, у меня, кстати, есть 97 тысяч. Давайте откроем трассу нефть. Поглядим, что это. И также попробуем открыть какую-нибудь машину. 50 тысяч. Полицейская машина. Вау, какие тут стойки. О-о-о. Смотри, два стикмана, один на крыше. Да, давайте вот так выберем. Пусть будет один на крыше, а один пусть за рулем. Погнали. Так, надо тут выбрать стикманов, которых мы будем кидать по дороге. Ух ты, нефтяная вышка. Ну что ж, давайте смотреть, какой рекорд мы здесь с вами побьем. Уже 666. Это что такое? Мистика какая-то. Что за 666 монет? Ладно, погнали дальше. Оу, тут строители, что ли? Вы что тут делаете? Тут полицейские, я на задание еду. Оу, разойдись, все, быстренько. Бегом, разошлись все с дороги. Полицейский едет на задание. У нас рекорд, по-моему, 22 тысячи на данный момент, ребят. Давайте смотреть, сколько сейчас мы сможем с вами собрать на этой новой трассе. Будет ли еще? Да, еще есть стикманы. Пока еще не заканчивается трасса. 18 уже. Ух ты, хорошо, давай, 20, похоже, мы движемся к своему рекорду, ребят, 23, да, отлично, рекорд, по-моему, побит. Отлично, 29 тысяч, ребят, 31, вот это да, вот это мега-полицейский, отлично, 34, 363 тысячи, смотрите, новый рекорд, давайте еще разочек. Попробуем, теперь пусть два полицейских сидят, и я буду, наверное, велики ставить на пути. Пусть два сидят за рулем. Погнали, полицейский на задание опять гонит. Так, 1000, ох ты, велосипедиста сбивают. Короче, эти полицейские, это, не знаю, может, это плохие полицейские какие-то, но они летят на задание, поэтому, наверное, им без разницы, кто на их пути встает. Они любого будут давить. Ох, отлично, 11 тысяч уже, 13, ребят, не знаю, сможем. Ой, только не перевернись, машина, пожалуйста. 17 тысяч, отлично. Отлично, давай дальше, 22. Побьем рекорд, сейчас нет, ребят. Сейчас поглядим, сможем ли побить. Давай, 32, да, уже. Ох, уже побили, ребят, уже побили. 41 тысяча, вот это скоростей. 47, 48, 49, 137. Отлично, у меня, видишь, 4 загорело, значит, я что-то могу прикупить. Во-первых, мегаполис, 30 тысяч, трасса новая, давай покупаем. Посмотрим новую трассу, а также можно посмотреть, что у нас. 150 тысяч, другая машина, следующая стоит, вот это да, где ж такие деньжища-то заработать. Ладно, давайте стикмана наверх, на крышу и погнали. Ух ты, ТНТ, это что значит? Это что? Взрывы, серьезно, смотри, ТНТ уже могу, мне ТНТ добавили, ребятки, могу взрывать. Ох, ох, ну что это ТНТ, что оно дает? Нет, лучше надо человечка выбрать, вперед. Так, тут скейтбордисты, уходите, пожалуйста, с моего пути. Ох, тут стройка опять идет, опять эти строители затеяли какую-то стройку. Ступеньки, ох, ну нет, так, скорость что-то у меня какая-то низкая, ребят, трамплин. Отлично, на, о, вот это да, вот это велосипедистов я. Так, ладно, обычные бегущие стикманы, обычные человечки. Ну что-то как-то я мало зарабатываю, 7 тысяч, ребят, по-моему, мне сейчас даже не удастся рекорд. Ох, ничего себе, какой велик, семейный велосипед, здоровый, большой, двухместный, или как он там называется. Короче, там можно вдвоем, втроем управлять. Так, ну пока неплохо. 26 тысяч надо выбрать. Ой, выход нажал нечаянно. Хотел выбрать другого стикмана. Так, ну я что-то не смог оценить нормально эту трассу. Давай еще раз мегаполис попробуем прокатиться. Да, пусть тут сидят. Так, выберем велосипедиста на этот раз. Это же все-таки городская трасса. Значит, по городу много велосипедистов должно ездить. Вот, отлично, первый велосипедист пошел. Так, 666 опять только что было монет. Но мы продолжаем дальше.
3000 сейчас должны быть где-то... кто там будут? Там, по-моему... Ух, один Матрис Стикман сел! Вот, все, мы его скинули! О, кирпичи летят! Нет, не перевернись, машина! А, да, отлично! И на колеса приземляюсь! Вот это круто! Вот это круто! Так, сломал трамплин. Опять эти велосипедисты. На, держи, 7000, мало. Надо скорость развивать. Побольше, ребят, побольше скорость, пожалуйста. Давай, еще один велосипедист пошел. Еще, так, надо скейтера выбрать. Скейтер, давай, вот, отлично, скейтеры. Ох, хорошо. Давай, скейтеры мешают на дороге моей. О, он прицепился. Нет, отцепляйтесь, отцепляйтесь. К капоту прицепился, 29 тысяч, 30. Новый рекорд. Ох, напополам разрубил. 32-100. Так, ну все, это новая трасса, значит. Это будет новая трасса, ребят. Давайте посмотрим. Каменный человек называется трасса. Это где-то постройки, что ли? Опять же, я буду, наверное, на полицейской машине. Мне больше всех она нравится. Так, выберу бегущего Стикмана. О, привет. Да, это стройка какая-то. Видимо, тут буду теперь Стикманов рабочих каких-то. Видать, сбивать. Ох, он на ТНТ сидел. О, да вы всю мою машину облепили. Может, хватит? Мужики, стикманята, уходите. Бах, еще взрыв. Вот это да, вот это да. 21 тысяча уже, ребят, не знаю, сколько будет эта трасса длиться, но я уже 25 тысяч заработал. Уже неплохо, это очень круто. Так, на, держи. Опять облепили всю мою машину, да слезьте, и кирпичи еще. Мало того, что кирпичи лежат, еще и вы сверху сели. Хватит. Ох, полетел с сальтушки. О, этого напополам. Вот, еще полетел. 43, ребят. 45, похоже, новый рекорд близится. 47. Давай, 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 давай. 50, да, это новый рекорд, ребят. Это новый рекорд. 53263. Давай еще разок. Еще разок и посмотрим, может быть, сможем новую машину купить. Так, надо выбрать. Да, вот этого выберу, скейтбордиста. Есть, так, первый скейтбордист пошел. Так, машина, разгоняйся, пожалуйста. Еще один скейтбордист. Еще один просто стикманенок. Давай, да, вот взрывчик. Ох. Этот скейтбордист прилип к моей машине. А ну-ка, слазь, хватит, алло, без билетчик. Нельзя бесплатно так кататься. Ох, еще ТНТ, я взлетаю просто как ракета. Отлично, 12 тысяч. Так, 13. Ох, это слабо сейчас. Ударил я этого скейтбордиста. Да, они все мимо улетают, что-то скейтбордисты эти. 18 тысяч, ребят, 20. Давай, вот сейчас скейтбордист. Вот, хорош, смотри, как по этого напополам. Да, отлично, ох, прям по голове. Еще 29. Ну, похоже, сейчас будет слабее, чем в первый раз, но... Да, 31 789. Отлично, в принципе, неплохо. Так, давай посмотрим, что у нас с трассой. Хотя трассу можно эту же, давай тачку поменяем. Лучше тачку купим, ну, вот эту за 150 тысяч. Что за машина? Ох, ничего себе, крюк. А, смотри, за крюк зацепился один. Тут уже по два Стикмана, короче, гоняет. Так, давай, велосипедиста. Один за крюк зацепился, серьезно? Вот это да, пикапик какой-то, короче. Давай, короче, будем будем этих добавлять велосипедистов. Да, ну, ох, тот на крюке полетел, смотри, он в машину обратно запрыгнул. А ну-ка, уйди. Ты же как флаг должен там развиваться на ветру. А он в машину опять, но он сейчас походу слетит. Да. О, взрыв. Да, о, смотри, он как болтается, просто как какой-то этот человек-паук на этом крюке. Смотри, как флаг. Вот это круто. Вот это ударчик был. Красивый кадр. Отлично, даже на превьюшку, наверное, такой выберу себе. О, ты куда? А, мужик, и машина перевернулась, серьезно? Ну так же нечестно, давай. Эй, машина. Она не активируется. Чё такое? Почему? Чё, сначала, что ли? В чем дело? Почему? Я не могу машину перевернуть. Ладно, окей, давай сначала тогда. Эх, чувак, ты меня подвел, ладно. Из-за тебя, это вот все из-за этого, который болтается там сзади, как флаг. Так, ладно, постараемся сейчас не переворачиваться, ребят. Давайте, попытка номер два. Постараемся нормально. Ну, видишь, тут слишком много, видать, стикманов. Я начинаю подпрыгивать на них. Ох, и вот, и начинаю переворачиваться. Ох, я на переднем колесе, прям как на дыбы как будто встал.
Так, отлично, отлично. Давайте перелетайте. А, это все из-за кирпичей. Может, я из-за кирпичей тогда перевернулся? Да, по-моему, я вот здесь вот как раз-таки где-то перевернулся. Или из-за человечков. Что-то я не заметил даже, ребят. Напишите в комментариях, как это я перевернулся, что машина у меня даже не активировалась. Вот сейчас кирпичик. Нет, кирпичик. Все, пролетаем. Человечка, пролетаем. Давай, давай, пролетаем. Только на колесах. Только на колесах. Ох, как замедляется все круто, а. Давай, быстрее, стекло. Есть, отлично. Так, 23, 24, 25. Ой, я не успеваю. Ой, нет, 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 нет. Ох, хорошо, да-да-да-да-да. Не переворачивайся, пожалуйста. Уже скоро конец трассы. 30 тысяч, отлично. Отлично. 35, ой, как хорошо. 39 тысяч. Так, но я не могу никакую тачку купить даже, ребят. Прикиньте. Я даже, ой, тачку, даже трассу не могу никакую купить, у меня не хватает денег, придется еще раз прокатиться, давай велосипедистов, нет, давайте скейтбордистов будем выбирать, во, да, скейтбордистов, а я не люблю, когда они катаются на проезжей части, ох, надо было поменять мне стикмана, чтобы он, ну ладно, сейчас два стикмана, короче, за рулем, получается, сидят, ну, один, как бы, сидит, получается, рядом. Ох, так, отлично, 11 тысяч. Так, тачка, только не перевернись, пожалуйста. На, держи. Ой, как хорошо. Тот, смотри, так и сидит. Запрыгнул ко мне в машину и сидит. У меня уже и колеса, и кирпичи в машине болтаются. И чего только нету. Постоянно эти стикманы меняются. Хватит без билетов ездить, эй, мужики. Вы что творите-то? Ой, нет, не переворачивайся, пожалуйста. На, сбиваем. Опять закинул его на капот. Так, 35 тысяч, ребят, ну скоро уже конец. Скоро уже конец. 39, отлично. Давай, побольше надо денег, чтобы новую трассу купить. Есть, скейты вылетают из моей тачки, я на дыбы, и все. Так, два чего-то я могу купить. Чего? Давай смотреть. Значит, что? За 70 тысяч могу гравитацию купить. Ух ты. Но тут надо бы мотоцикл выбирать, видишь, прям. Там нарисовано. Давайте выберем тогда и мотоцикл, и вот такую позу выберем нашему стикману. Так, и надо выбрать бегущего, наверное. Стикманёнка. Ногами болтает такой. О-о-о, что с тобой происходит? На, держи, первый пошел. О-о-о, ничего себе, сальтушка. Да, назад возвращайся, мужик. Ой-ой-ой, как хорошо. Че, вернемся на трассу, нет? На одном колесе еду. О-о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 -
наехал. Сам на себя смотри, что у меня с ногами. Ладно, ладно, едем. У меня тормозит машина. Что такое? А, я застрял. Так, ну-ка, давай попробуем. Вот, отлично. Ох, сам на себя наехал, серьезно. И 4000 я только заработал, ребят. Нет, это неправильно. Это неправильно было решение выбрать здесь мотоцикл. Опять сейчас сам на себя буду наезжать, да. Полетели. Ух, ты видел, что произошло только что? Ногами, смотри, как он крутит. Это что такое? Что происходит? Давай, падай на дыбы, мотоцикл, пожалуйста. Ой, на дыбы, на два колеса встань. Ладно, он вроде бы так едет, ребят. Давай попробуем человечка пустим. Вот, теперь на колеса. На колеса. Нет, сам на себя не наезжай, пожалуйста. Ой, носом бьется, трется от колесо. Вот это да, вот это... Что за поза? Что происходит? Смотри, опять сам на себя наехал. Делать сальтушку, опять сам на себя. Ужасно. Ужасно, сейчас ноги опять закрутит туда. Полетел, сколько сальтушек, смотри. 46 тысяч, как я их набрал? Как я их набрал? Я не понимаю. Ладно, едем. Вроде бы набрали. 46 тысяч, это как это произошло? Я не знаю, давай выберем все-таки этот пикапик. Вот, попробуем на пикапе еще раз проехаться. Что это было вообще, какая-то вакханалия, ребят, ладно. Давай, так, первый стикманенок пошел, второй пошел. Я надеюсь, что мы нашей скорости хватит, чтобы кольцо обогнуть. Давай, 7 тысяч. Вот сейчас мы должны много денег, мне кажется, набрать. О, да, мы же разгоняемся еще здесь. Вот, есть, отлично. Отлично, кольцо первое прошли. Хорош, так, держи, Стикман. Второе кольцо огромное.
Сможем? Да, смогли, отлично, и 23 тысячи уже, 24. А на мотоцикле здесь у нас 4 только тысячи было. Это сколько мы сейчас заработаем тогда, ребят? Я не знаю, 1100, мне кажется, может, или 80. Не знаю, я вот так прогнозирую. Да, где-то 100 тысяч, мне кажется. Ох, 65, серьезно. Давай, переворачивайся назад. Нет. Давай, перевернись на колеса, пожалуйста. Ох, да, хорошо, 85 уже. Серьезно, вот это рекорд. 90. Вот это мега. Это мега, да, 100 тысяч будет, мне кажется, ребят. Мне кажется, 100 тысяч будет. 102 уже. Да, я угадал, 103 тысячи. Вот это да. О май гад, что происходит? Что происходит в этой игре? Ого, он взлетел как, и еще в руки. 116. Ой, это еще не конец, ты посмотри. 135 тысяч, на, держи, 139. Ушли стикманы, ушли. Я сделаю сальтушку? Нет, не успел, 140 тысяч, давай попробуем скинуть. Да, есть, отлично, скинулась. Так, теперь заезжай на гору. Он не может заехать, 140 тысяч, ребят, это просто мне... Это мега круто. Прикинь, за один заезд столько денег. Так миллион тогда можно быстро набрать в этой игре. Можно быстро. Я-то думал, что будет тяжело. Но нет, тут смотри, тут в принципе легко. В принципе легко можно деньги заработать. Все, отлично. 141 тысяча рекорд. Общий. Так, 141. А вот это что, монет 232. А, общая, наверное, да? Общее, что-то непонятно. 232, где посмотреть? Да, 232 тысячи. Так, и следующая у нас трасса, это какая будет? Пляж, ну, эту трассу мы уже посмотрим, ребят, в следующем видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не так много уже трасс осталось. Я думаю, что мы все с вами откроем. Вот, поэтому с вами был Максим, ребят. Ставьте лайки, если хотите продолжение по этой игре. Всем удачи, всем пока. Увидимся в следующих видео.